И добрый день! У нас сегодня следующий выпуск нашего подкаста, посвященному жизни на Филиппинах. И сегодня я хочу познакомить вас с ценами на основные продукты, потому что совершенно естественно, что каждый человек, который планирует сюда приехать и жить не где-то в отелях, он интересуется количеством ценами и качеством продуктов. И вот мы пришли в супермаркет, где мы обычно реально покупаем наши продукты, и вот мы заходим и смотрим, я вам показываю первый отдел, это мясо, это свинина, и вот такой выбор у нас, и цены, я сейчас вам начну показывать цены в районе 200 песо, вот pork steak 212 песо, pork cubes это уже нарезанная свинина, pork ham, нарезанная свинина, все в районе 200 песо, то есть это в районе 4 долларов. Это у нас курица, это у нас куриное мясо, вы видите цены, в районе вот куриная грудинка 135 песо, это 3 доллара, филе, то есть совсем нет костей, это 5 долларов 200 песо, то есть в районе 4 долларов, простите. Вот такие цены, вот фрукты, если я вам покажу только бананы, вот видите, цена за эту гроздь 64, а сама за килограмм 50 песо. 50 песо немножко больше 1 доллара. То есть вы, соответственно, можете сравнить. Вот основные овощи. Видите, здесь хорошо видно, это капуста, 50 песо, капуста обычная, китайская, вот морковь 95, картофель, песо это 2 доллара, картофель это чуть 2,5 доллара, но на самом деле вы должны понимать, что это супермаркет, и вот если пойти на базар, то все это будет на 30-40% дешевле, то есть учитывайте. Вот рыба 400 песо, 400-350 песо, это уже нарезанная хорошая рыба. Опять же, на соседнем маркете все это можно купить за 200, может быть, 30%. Вот у нас другие виды рыбы, вы видите, опять 280 песо, это 5,5 долларов. Вот очень хорошая рыба ляпу-ляпу, это считается отличным деликатесом, 350 песо, это 7 долларов, это очень вкусное мясо и действительно рекомендую. Обычно на самом деле рыбу можно купить за 140 песо, 200-300 песо, то есть это 4-5 долларов. То есть реально я могу купить на базаре туна за 143 доллара. Вот у нас были яйца, продавались одно яйцо 5-6 песо. Вот я вам показываю сыр. 500 грамм моцарелла. Будем смотреть сейчас на цену. Что это у нас? 377 песо, 500 грамм, полкилограмма сыра. 377 песо, это у нас 7,5 доллара, что-то такое. Вот у нас какой-то другой сыр. Вы видите, цена за килограмм 441 песо. Более 441, это меньше 10 долларов за килограмм. И вот большой выбор риса. Конечно же, это основная, вы знаете, на Востоке еда. Цены, много видов риса, видите, разные цвета. Цены колеблются от 30 до 50 песо. Вот мы возвращаемся, это мы купили небольшую еду и возвращаемся, покупаем себе арбуз, который этот арбуз около 3 килограмма, 1 килограмм стоит 30 песо, то есть это меньше доллара. И вот мы к вам пришли уже домой, я вам показываю, что мы купили. Вот такие просто овощи, очень минимальные, я почему снял специально, потому что это очень минимальная покупка. Мы реально купили вот на один обед. На хороший обед, может быть, на два обеда реально. Вот это в пакете, это уже помолотая такая переработанная свинина.
рис у нас был, и вот это все на хорошие два такие обеда, вот полностью. То есть реально, на самом деле, можно и день жить на это, то есть если никуда не хочется, и вот видите, цена 326 песо, это у нас в районе меньше $7. То есть, таким образом, вы видите, что за вот какое-то минимальное $6-7, вот мы купили себе еду. В следующем выпуске я познакомлю вас с другой нашей покупкой, которая тоже, я думаю, я надеюсь, даст вам впечатление о том, каковы цены на продукты питания здесь. Спасибо, всего хорошего, до следующих встреч!